Ревізію автохламу проводять у Могильові. Таким чином служби жильово-комунальної господарки рихтуються до могчимих снігопадів. Не секрет, що кинуті машини значно ускладняють процес і якість уборки снігу у дворах. Яни перешкоджають і проїзду спецтранспорту. На які міри готові йти працівники жильово-комунальної господарки, каб навести порядок, довідалися наші кореспонденти. 115 кинутых автомобилей, их это только у Ленинском районе Могилева. У ладальника кожной такой машины коммунальники нашли и разослали им листы. Автовладельцам высланы уведомления об эвакуации этих машин. Но владельцы, некоторые убирают машины. 78 машин сразу было убрано владельцами. А на 3 машины нами эвакуировано на штрафную автостоянку. Жильцу приходится, автовладельцу приходится оплачивать за время хранения транспорта на автостоянке. Убрать автомобиль с двора коммунальники просили и у ладальника возь гэтых жигулёў. Досылали ему поведомление, однако ён не отреагаваў. Теперь у двор приехал эвакуатор. Поднять надо. Иначе не получается? Да. Приподнять от земли? Да. Покуль рыхтавалися до погрузки, з'явився господар легковушки. С вами разговаривал заместитель директора по благоустройству. Да никто он просил убрать вашу машину, привести ее в надлежащее состояние, никто пройти техосмотр. Легковушка, кажут работники ЖЭУ, на приколе полгода. Пользуемся, вот и все. Как часто сейчас уезжаете? Просто колесо. Но я сам лично не уезжаю, если кого-то это самое, за руль, в смысле, сажу. Автомобиль ставят на эвакуатор, теперь легковушку чекает штрафстоянка. Работу по уборце двору от автохламу коммунальники спынять не плануют. У Могилёва у поравнании с минулым годом колькость кинутых машин повеличилась амаль удвоя. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, Новини регион.